гепнуло так, що люди на площі залягли навіть. Дуже сильно було вдарено. В магазині я була, була моя хазяйка Надіжда погибша, і Софійка, внучка, прийшла до неї. Внучка поранена, там щось осколочна голова, по-моєму, грудь, щось таке. Відправили на Харків. Ось це наш магазин був бытової хімії, рядышком м'ясної, там, де жінка погибла. А родители наші от тут магазин. Жена папы находилась в магазине, сейчас в больнице. Вся в крови, как она вылезла отсюда, я вообще не понимаю. Страшно, страшно, что погибли. Понимаете, не боюсь за цей этот, боюсь, что день, и люди йшли, и что погибли люди. Оце страшно. Крыши нету, глыба большая прилетела, окна все повылетали, вот рашики, пыляшики. В рынок, где ну, люди скупляются, продукты, тут нету ни военных, никого. Просто на людей бросили бомбу. Вот был бизнес, был, теперь нема. Ну ничего, это не первый раз. Дома вже вікна повилітали, двері зробили, все нормально. І тут зробимо. Слава українській нації, як каже, знаєте хто, і педерації.